Несколько районов в Тирупати были затоплены после того, как проливные дожди обрушились на район Читур-Андхра-Прадеш, вызвав массивное наводнение во многих районах в четверг 18 ноября. Уровни воды в нескольких районах Тирупати, Тирумала и вокруг них, включая Мадхура-Нагар, Головани и вокруг них. Движение транспорта тоже было нарушено из-за наводнений. Вода хлынула с холма в храм Капилешвара Свами у подножия холмов Тирумала. తిరుపతి మధురానగర్ ఎత్తైన ప్రదేశంలోనే ఇలాంటి పరిస్థితి